Я нашел. Садись в лодку. Надо привязать его к лодке. Держи. Уже хватит. Отец? Что? Что-то изменилось? Лес стал каким-то другим. Все изменилось, мальчик. Ты поменьше об этом думай. Ладно. Это последнее.
Вон там я вижу маму. Вон там отца я вижу. Вон они зовут меня. 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 Теперь все. Найди путь домой. Ты свободна. Прости. Зажми. Этот нож был ее. Теперь он твой. Охоте учила? Чему умела? Покажи. Сейчас? Да. На кого идем? Ты идешь на оленя. Куда? Туда, где есть олень. Ладно. Сюда. Отец, почему именно сейчас? Я должен знать, что... что ты выдержишь дорогу. И пойдем в горы? Зависит от тебя. Вперед! Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще.
Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Оп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Нашел! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Вот же он! Стой! Что ты делаешь? Ты же его спугнул! Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Нет! Ты не готов! Назад! Раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше.
пошел в старый храм, но мама запретила туда ходить. Мы делаем, что хотим. Оправданий не нужно. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и... пришла пора. Ясно. Смотри, Драугр! Ворота должны открываться. Он не может это использовать. Мы можем.
Сын, сюда. Смотри, это с Колей Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? И что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все передерутся? Отец, смотри. Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Стой ровно. Не шатайся. Он еще живой. Где нож? Нет, закончи то, что начал. Падай!
Сын, посмотри! Посмотри на меня! Сын, остановись! Мы смогли. Но ты не готов. Что? Почему это? Я нашел оленя! Я доказал тебе! Почему не готов? Мы идем домой. Я не болел уже очень давно. И я смогу. Ты еще совсем не готов.
закрой свой рот. Домой в эту сторону. И ладно. Как не откроешь двери? Тихо. Изменился. А я говорил, закрой рот. Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Иди в дом, сын.
понимает. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Злость станет оружием, если ее подчинить, использовать. Ты этого не умеешь. Когда ты... Я уже давно не болел. Мне лучше. Ладно. Ну, давай. Мне тебя ударить? Да, попытайся. Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем ты... Медленно. Давай еще. Хватит! Нет, слабо. Еще. Еще. Хватит! Еще! Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты, Атрей, к нему явно не готов. Что это? Тише. Выходи! Ни к чему теперь прятаться! Я про тебя все теперь знаю! Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты! Сын, лезь в подпол! Живо! Ты же запретил туда лазить! Кто это? Я не знаю. Чего он хочет? Я не знаю. Лезь! Просто ответь мне на вопрос! И обойдемся без кровопролитий! Я думал, ты крупнее. Хотя ты явно тот самый. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? Зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа, а не чета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. Ну, конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! Ты не послушал. Так дело у нас не пойдет. Ладно. Теперь... Какое жестокое разочарование! Давай же! Бесполезно! Ты скучен! Ты хоть стараешься? Что ли?
щитом! То, что я хочу знать, и боль уйдет. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Дел за живое, да? Кого ты прячешь? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Oh!
надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы, я не отступлю. Ты старый, и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Сам видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я... ничего не ощущаю, а вот ты ощущаешь все. Ну не сдаешься. Я же не мой брат. Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Но нет. Покончим с этим. Тебе не победить. Я не чувствую! Не чувствую!
Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим.